подработке отношусь положительно, думаю, с 14 лет можно. Ну, прививает ребенку самостоятельность, дает возможность заработать самостоятельно, понять ценность деньгам. Положительно отношусь, ну, возраста. Думаю, с 14 лет вполне нормально, если это какая-то лайтовая подработка. Почему нет? Я положительно отношусь. Ну, потому что ребенок знает цену деньгам, знает, как это дается. Я положительно к этому отношусь. Ну, с 14, я думаю, уже возможно. Все-таки это личные какие-то деньги, независимость. Трудовое воспитание – это неплохо, но, думаю, лет с 14 нормально. Ребенок занимается делом, не занимается всякой ерундой. У него есть время на какие-то, скажем, свои хобби. И в то же время он уже умеет распределять время так, как нужно. И приносит какую-то пользу, и получает за это деньги. Я думаю, что с 16 лет дети могут работать. Что труд облагораживает детей и показывает им реальность жизни. Они должны все знать, сколько что стоит, почем жизнь. И какие и у них будет навык, как взаимодействовать со взрослыми людьми. Это очень хорошо. Ну, я считаю, что нормально, что они подрабатывают. Лет с 14, пожалуйста, они уже совершенно взрослые. Может быть, не совсем умные, где-то глупенькие, но, в принципе, почему нет? Разрешать им это делать стоит с того возраста, когда они сами изъявляют желание. А как я к этому отношусь? Нормально. Потому что я думаю, что уже в более осознанном возрасте ребенок сам понимает, что ему нужно. Ну, где-то, наверное, после лет 14-15 все-таки.